Всем привет! С вами CryptoxBlog. В этом видео я бы хотел рассмотреть актуальную автоматизированную систему торгового терминала. Я познакомлю вас с проектом, расскажу о миссии компании и подробно разберу предлагаемые инструменты заработка. Перед началом видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и поставьте лайк авансом. Поехали! Что такое терминал 7? Терминал 7 – это роботизированная система торгового терминала для получения прибыли. Разработчики создали целиком автоматизированные, практичные и безрисковые инструменты, такие как ежедневная торговля, арбитраж, а также другие направления, открывающие новые горизонты в области криптовалюты. Терминал 7 был создан международной офшорной компанией, учрежденной в 2021 году опытнейшими разработчиками, работающими в сфере блокчейн-инжиниринга и программирования PineScript Coders. В перечень ресурсов входит база индикаторов, торговых стратегий и торговых провайдеров, которые могут работать каждый день без остановки для получения доходности по заданному механизму. Специалисты PineScript разработали и сформировали стратегии для внутренней торговли, межбиржевого арбитража и внутриторгового арбитража на биржах DEX, которые являются полностью автоматизированными, а также не требуют особых навыков. Миссия компании. Миссией компании является реализация всех существующих направлений в торговле криптовалютой, которая в основном ориентирована на DeFi-сектор с открытым исходным кодом на основе смарт-контрактов. Задача DeFi ориентирована на то, чтобы стать альтернативой банковскому сектору и вытеснить общепринятые технологии нынешней финансовой системы с протоколами и открытым исходным кодом за децентрализованными торговыми услугами и финансами будущее. А Terminal 7 уже рекомендует свои продукты и функционирует в этом самом будущем. Регистрация. T7 предлагает комплекс услуг в одном месте. Для того, чтобы зарегистрироваться, нажимаем на клавишу «Логин». Далее вас перебросит на страницу, где вы должны будете авторизовать свой аккаунт. Для начала нужно зарегистрировать его, щелкнув на опции «Create an account». Регистрация тут весьма простенькая и интуитивно очевидная. Указываем почту, реферальный код и пароль с его подтверждением. Готово! Telegram-бот. Основным преимуществом стоит назвать панель инструментов, которая удобно структурирована в Telegram, где юзер может управлять своей системой T7. Данный бот доступен как на ПК, так и на мобильных устройствах. Бот позволяет открывать сайт-платформу прямо в мессенджере, что в свою очередь дает возможность проводить все операции, не покидая Telegram. Продукты T7 предлагают использовать 4 продукта, среди которых T7, TY7, TK7, TL7. Первый продукт T7 SBS. Для инвесторов это сектор быстрого инвестирования легким и доступным интерфейсом. Политика прибыли построена на интеграции успешных стратегий 8 ведущих торговых терминалов для дневной и арбитражной торговли на DEX и CEX. Второй продукт TY7 представляет собой автоматизированный межбиржевой арбитражный обмен между двумя агрегаторами DEX. Данная торговая стратегия предполагает одновременную покупку-продажу активов на разные биржи DEX в разделе Swap с целью получения арбитражной биржевой за счет разницы цен. Концентрация основана на мгновенном обмене крупных сумм с минимальными комиссиями и получением многократной прибыли в день. TK7 представляет собой внутрибиржевой треугольный арбитраж. Он предполагает собой использование арбитражных возможностей, создаваемых несоответствием цен между тремя разными криптовалютами. Данная торговая стратегия отслеживает разницу в ценах между существующими парами на DEX и CEX для создания трех арбитражных сделок, получения прибыли от разницы в цене. Четвертый продукт под названием TL7 представляет собой внутридневной сигнальный скальпинг. Продукт основан на наборе торговых стратегий, сосредоточенных на быстром открытии и закрытии сделок для получения небольшой, но постоянной прибыли. Partner Pro. В дополнение ко всем продуктам T7 также продемонстрировали Partner Pro. Партнерская программа разработана с функцией автоматической сборки. Все уровни строятся автоматически, а каждый партнер помогает друг другу. Программа состоит из 8 уровней по глубине. Ширина первого уровня – 3 единицы с последующим продвижением по всем уровням. Прибыльность составляет 4% на каждом уровне и начисляется от каждодневного дохода ваших партнеров. Дашборд T7. Навигация на сайте происходит чрезвычайно комфортно благодаря Dashboard T7.
С поддержкой Dashboard T7 пользователь всегда может зайти в каждый из личных кабинетов продуктов компании для того, чтобы получить увеличенную и более детальную информацию. Создатели не только автоматизировали все процессы, но и также усовершенствовали интерфейс, фокусированный специально для пользователей. Пользователи могут управлять всеми продуктами T7 в одном месте. Например, создать быстрый депозит, активировать торговых ботов, перевести или же снять средства, вывести сетевые или партнерские начисления, оставаться на связи с текущими событиями или же, наконец, обратиться за помощью к специалистам. Заключение. T7 имеет огромный потенциал, так как предлагает большое разнообразие продуктов, где каждый пользователь сможет найти что-то для себя в зависимости от своих предпочтений. А на этом мой обзор на T7 подходит к концу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, не забывайте ставить лайки, а также комментировать, что вы думаете об этом проекте. А на этом я с вами прощаюсь, с вами был CryptoxBlog, всем удачи и пока!